какое мне мороженое сегодня купила. Маленькое-маленькое. В том году оно стоило 5 рупий. Сейчас даже не спросила. Покупала еще сыра. И не знаю, сколько стоит такое мороженое. Ну да, похоже, как на картинке. Оно невероятно маленькое. Просто как сливка. Крохотная. Ну так, чисто символически. А Саши опять ушел на работу, не вышел со мной танцевать. Вот кафе Пача называется. P-A-C-H-A. H или H? Забыл алфавит. Молодец. Не, ну он вообще без акцента. Он точно русский. Молодец, какая девочка в таком платье и малышка в таком же платье. Как мне нравится эта фишка, такая мода, что одинаковые платьишки у мамы и дочки. Такое вот 6 января. Одела браслет, и Саши намекнул сегодня, что это я не ношу его подарок. Пойду красоваться перед ним, порадую. Я в шоке. Саши вообще один. Ну, революционер так революционер. Не зря он русскую жену выбрал. Они, из них выросли декабристки. Верные жены. Такие. Смотри, как бы ссылку какую не сослали. Брейв, брейв. Ла-ла-ла. Лу-лу, ла-ла-ла. Молодец. I bring you чай. Я, как всегда, с камерой. Круто. Хотите передать привет своей подруге? Да. Раз уж ждали, Саши говорит, тебя ждут сделать пикчу. А вот вы, оказывается, не для себя, да, а для всем, подруги. Всем привет. Натали, привет. Через месяц буду дома. Все круто. Жив-здоров, но очень-очень скучаю, да? Очень скучаю. Я вам подсказываю. Потом. Я здесь и оказался, чтобы крепче полюбить свою родину. Замечательно. Родина ждет. А вы откуда? Из Москвы, из Щелково. Под Москвой. Как Щелково. Вас зовут? Алексей. Ага. Очень приятно вас увидеть. Очень приятно, спасибо, что дождались, что пришли. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Не, Саши вообще один дерзкий, дерзкий. Ну вот еще ребятки выставили свои серьги. Все, что можно очень раз и быстро собрать. А там, не, правда, скучают даже кришнаиты. Вот мне нравится, как ребятки тут, не знаю, как этот стиль называется, между танцем и борьбой, но очень красиво. Хоть кто-то, хеллоу. Здравствуй. У меня так было много звезд, по 100 человек торговцев. Теперь все звезды разбежались, всех разогнали. Вы торгуете сегодня?
Ну вот единственный торговец на рынке Саши. Саши. Смелый, дерзкий, отчаянный революционер. Может быть, к нему еще десяток, наверное, чуть позже может присоединяться. Ну кто-то один присоединился. Где твои мандалы? Я теперь отдыхаю, Ирочка, потому что я поняла одну вещь. Период что... труда, период отдыха. Да, оно должен быть, потому что когда каждый день ходишь рисовать, и это получается как ремесло, как работа, постоянно каждый день граблями, это... я не ощущаю отдыха, и решила тайм-аут взять немножко и отдыхать. И сейчас вторую мандалу, кстати, выложила в Фейсбуке, сняли тоже с дрона, вчера выложила. Круто, здорово. И ВКонтакте выложила, кстати, тоже. Вот. Может быть, завтра будем снимать. Вот. Я поняла, что надо творить, периодически отдыхаю, то есть, чтобы приходить. Ну, конечно, новые идеи, конечно. Новые мысли, новые, должно быть вдохновение. Да. Кто-то вдыхает. Вдохновение от слова вдохнуть. Конечно, не хочу быть ремесленником, поэтому решила, думаю, надо иногда вот и отдыхать, просто своим так, нейронам тоже дать отдых, потому что однообразие, нейроны тоже стоят от однообразия, и надо какие-то другие дни устраивать. Отдыха там или куда-то другого. Поскучать. Вот только что подходил ко мне зритель и говорит, я сюда приехал надолго, чтобы поскучать по своей родине. Надо когда-то и парам расставаться, везде. И оставлять свое хобби на какие-то моменты, и даже из любимой страны уезжать, чтобы больше понять, как ты ее любишь. Во всех сферах это работает. Поэтому... А уж особенно я люблю расставаться в браке, брать отдых, чтобы пошипеть немножко. Нормально. Шипеть не на мужа, а шипеть сама по себе. Конечно. Раньше же мужчина приходил раньше к женщине в будуар и потом уходил, отдыхал. Они спали отдельно, отдыхали отдельно. Это сейчас мы как-то очень залипаем друг на друга. Да. Очень залипаем. По-моему, в Китае есть племя Моса, если не ошибаюсь. Вот у них так вот с 9 вечера, значит, тихонечко приходит мужчина в дом, а потом также уходит. У них полный матриархат, никаких замужеств. Дети воспитываются, и женщины живут в одном доме. С 13 лет девочки выдают отдельную комнату, и она выбирает себе возлюбленного. Во-первых, мужчина воин, рыцарь, защитник. У него постоянно разум должен быть чистым, и он должен отдыхать отдельно. От того, что он отдыхает отдельно, он бдительный. То есть, а когда женщина, она расслабляется, и он какой воин-то? Вот рядом женщина, когда постоянно спит. Да еще и пилит его постоянно за что-то. Его энергия мужская растворяется. Получается, это самое, воина нет. А когда он один отдыхает, он на чеку постоянно. Поэтому это нужно. Это и точно, да. Не понимает этого сейчас. Но нет, ну как это так? Я тут одному молодому человеку сказала, надо отдыхать отдельно, а не встречается с девушкой. Нет, я не могу. Как не могу? Вот, в общем, мои мандалы, может быть, завтра буду снимать с дрона, с мальчиком договорились. С утра очень хороший берег, я сегодня посмотрела. Да. Вот, будем снимать с утра, может быть. Так что я поняла, вы уезжали отсюда, да? Да, мы уезжали в Путапарте. На сколько? 31-го вернулись. Ну, дней на 5, на 6, не помню. Все замечательно. А какого числа уехали? До Нового года уехали? Да, до Нового года. Ну, естественно, 31-го же вернулись. Вот, знаешь, в Рождество мы уехали 24-го. Вот. А тут уже, можно сказать, до Нового года начали разгонять. А у нас новое Рождество. Ну да, 21-го, по-моему, разогнали, и все, с тех пор не было. Еще 2 недели где-то, ребята. А зачем вы с тобой навязываете? Она тоже будет ловить, девочка, как ты думаешь? Как-то так она стоит, затаила дыхание. Не хотят делиться игрушками с ней. Мне кажется, она попросила ей кинуть, а они не хотят. Жадина, говядина.
очень странно. Нарушена мировая гармония. Вот сидят барабанщики, вот они приготовились, хотят барабанить. Нет ни танцоров, ни других барабанщиков, коллег. И вот уже солнце, сансет, уже совсем садится. В это время все уже давно пляшут. Ой, музыки только гармония это есть. Это бусики. Не надо мне бусики. Вот бусы, джемчук. Не надо. Вот видишь, у меня какие красивые бусики. У меня натуральные. Это натурал бирюза. А у меня ляпис лазурит и что еще? Авантюрин. Это бирюза. Нет. Это турмалин. Турмалин нет. Спасибо, солнце. Копался быстренько в домике. А вот и корова-тусовщица. Я думаю, куда она делась? Я ее не видела несколько дней на пляже. Вон она где ходит. Интересно, куда пошла. Пойду посмотрю. Такая же у нее траектория прогулки, как и у меня. Все поняла, ей просто нравится. Нравится гулять между людей, смотреть на них. Ей не нужны друзья, она сама себе друг. Никакие коровьи друзья ей не нужны. Так что с барабанами. Yesterday was dragon, today girl. Yeah, yesterday I made a dragon. Did you finish? Something. Did you finish him? You finished dragon? Yeah, вчера он делал дракона, сегодня он делает прекрасную девушку, может русалку. Красота. Hi, namaste. Нет. 100 рупий. Нет. 100 рупий. Немножко собираться люди. Спасатели, молодцы. Они всегда вот так вот едут по бережку и кричат, а ну из воды. Потому что вон там не видно, но головы торчат в воде. Особенно своих. Индийцы не очень пить умеют. Пьянеют быстро. В воду лезут, купаться не умеют. Это что такое? Что это опять такое? За безобразие. Собачка как бы намекает. Как бы намекает. Что не. И эти как бы намекают собачки. Ням-ням.
They show they want to share, they want ням-ням dogs. И рыбка. Сейчас Саша убежит от рыбки. Свеженькая. Fish, yes, I saw. Nice, fresh. Что-то парни в одинаковых шортах, в одинаковых футболках, и девушка их снимает. Это, может, какие известные парни, а я не знаю. Саша говорит, у них у всех одинаковые футболки, на которых написано, если ты горячая девчонка, то я одинок. Если не горячая, я женат. Вот оно что. В общем, это приманка-наживка, чтобы на ловца зверь бежал. Nice looking. Ну что, никакого у тебя сегодня улова? Ничего не покрал? Ничего не покрал? Лежишь, отдыхаешь? Или уже все, выполнил норму по воровству?